Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребенка. Решение принято в связи с обновлением численности получателей пособия. Магаданская область получит более 188 миллионов рублей. На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще более 2,5 миллиардов рублей. Дополнительные средства поступят в 36 регионов. В целом, в 2020 году на эти выплаты будет направлено более 50 миллиардов рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке. Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится 3 года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет более 10 тысяч рублей. Кроме того, Магаданской области выделят деньги на повышение доступности дошкольных учреждений для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет. В 2020 году сумма составит свыше 100 миллионов, в 2021 – почти 300 миллионов рублей. Всего в этом году планируется создать около 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Это позволит еще большему количеству семей устроить своего ребенка в детский сад без очереди.